Сегодня в Троицком сельском поселении стартовал 31-й районный спортивный праздник «Королева спорта». Гостей встречал новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На соревнования приехали команды 24 сельских поселений Омского района, чтобы выявить сильнейших в армрестлинге, гиревом спорте, палеотлоне и многоборье ГТО. Поприветствовать участников и гостей праздника прибыли почетные гости. Министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц, глава Омского района Геннадий Долматов, депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Районные этапы – это, наверное, с каждым годом мероприятие, которое становится все интереснее, красивее, насыщеннее, наполненнее. Это заслуга, конечно, от глав муниципальных районов. Это, безусловно, заслуга правительства, которое оказывает всевозможную помощь. Вот здесь конкретно это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, которое открыло перед районом и, конечно же, перед Троицким сельским поселением абсолютно новые возможности для проведения вот таких мероприятий, крупных, масштабных, по разным видам спорта. Торжественное открытие районных соревнований включало в себя все атрибуты традиционных областных сельских спартакиад. Зрители увидели красочное представление, собравшихся поприветствовала королева праздника, а в чаше стадиона был зажжен огонь. Огонь районного летнего спортивно-культурного праздника «Королева спорта Троицкая 2021 зажжен! И по традиции в рамках открытия прошли соревнования по легкой атлетике. Спортсмены состязались в спринте на 100 метров. Лидерами стартов у мужчин и женщин оказались представители Пушкинского сельского поселения Ксения Савон и Илья Внуков. Старт немножко задержали, поэтому я чисто боковым зрением увидела, как флажок опустился, и я поняла, что нужно уже бежать. А девочки не услышали марш, и поэтому так получилось, что я первая. Большой отрыв. А так, девочка, которая заняла второе место, мы с ней тоже конкурировали на районных соревнованиях за первое место. Ну, я выиграла. У меня сейчас главная цель – это выиграть «Королеву спорта». Тоже в дистанции 100-200 метров. Стадион хороший, дорожка хорошая, мягкая, толкается хорошо. Есть места для разминки. Понравилось, в принципе. Стартовалось хорошо. В принципе, уже подготовлен, готовлюсь на «Королеву спорта» показать хорошие результаты, быть в победителях. Омский район – один из лидеров областных сельских спартакиад. Все финальные основные игры они пройдут в Калачинске, начиная с 8 числа. Поэтому мы рассчитываем, естественно, в этом году вновь завоевать кубок. У нас традиционно это волейбол, баскетбол, командные игры, футбол. Наши футболисты неплохие результаты показывают в этом году. Также гиревой спорт. Рассчитываем на то, что будем ходить в четверку хотя бы. То есть мы, в принципе, за последние годы подтянули этот вид спорта достаточно серьезно. Сегодня гостей праздника также ждала ярмарка, обширная концертная программа и показательные выступления спортсменов. Лидеры районной спартакиады в Троицком будут определены завтра.